С большим успехом в Чите прошел юбилейный концерт творческого коллектива «Дома офицеров». Около 14 тысяч концертов за свою историю дал ансамбль «Песни и пляски» Ордена Ленина Забайкальского военного округа. Его выступления помнят зрители региона, страны и зарубежья. Преемник краснознаменного коллектива, ансамбль «Песни и танцы», теперь уже «Дома офицеров», на прошедшей неделе при полном аншлаге принимал поздравления по случаю 75-летия. Коллектив ансамбля сегодня 39 человек – артисты балета, хора, оркестра. Многие из них удостоены почетных званий. Известен новый состав уже не только в России, но и в Белоруссии, и в Китае. Репертуар разноплановый, классика военных лет, современные композиции. Но идти в ногу со временем дальше. Мы включаем номера и современные, в программу современные номера, и такие экстравагантные у нас современные композиции, танцевальные. На юбилейном выступлении в зале не было свободных мест. Не все сумели попасть на торжество, и по многочисленным просьбам праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине образования легендарного ансамбля. Концерт состоится в воскресенье 10 ноября в 15 часов в Большом зале Дома.